Жители Тюменцева уже больше недели не могут отремонтировать водопровод. Все это время больше 1000 жителей остаются без воды. По их словам, за день из крана можно набрать лишь чайник, а помощи властей и коммунальщиков люди не замечают. Не будем даже об этом говорить, нам никто никакой воды не привозит. То есть вам все приходится покупать? Мы покупаем, да, кто где может. У меня вот родители живут в Павловске. Мы, если едем в город, то мы набираем вот эти 5-литровки бутыли у них водой, затариваемся, полный багажник и везем домой. Напомним, вода пропала 10 января. Предположительно, в системе водопровода произошел порыв. Как заявляют местные власти, ремонтные работы запланированы на субботу, 19 января. Это, подчеркнем, через 9 дней после аварии.